Привет, привет! Вы не забыли? В ночь с 18 на 19 число святой Николай разносит подарки. И чтобы он не прошел мимо вашего дома, сегодня я научу вас делать самый оригинальный в мире сапожок из бумаги. Для него мы возьмем один листок формата А4. С одной стороны он должен быть белого цвета, а с другой стороны любого другого. Я взяла синим. Повторяйте за мной. Сгибаем верхний край вниз на 2-2,5 сантиметра. Переворачиваем. Сгибаем пополам. Разгибаем. Нижние углы загнем к середине. А теперь загнем вот так. Перевернем и по намеченной линии отогнем в другую сторону. И разогнем. А теперь вывернем его наружу. Вот так. И прижмем. У нас получился вот такой сапожок. Вы можете украсить его звездочками, блестками, снежинками. И тогда святой Николай точно не пройдет мимо вашего дома. И вы обязательно получите подарок. Кстати, может быть, он уже там? Ну а с вами была Валерия. До новых встреч! Пока!